Я терял его. Классная штука. И поэтому чуть подкачался. Я не знал, что не можно бегать. Физкульт, привет, на связи Мускул Шоп. И сегодня мы в гостях у Анатолия Емцева. Он у нас брал Orbitrack, эллиптический тренажер. Это прошло, наверное, сколько лет? Лет 10. Да, 10-го года. Вот. И за это время как бы есть результаты. Ну, вы видите. Результаты есть. И хотелось бы понять, вообще можно ли похудеть на эллиптическом тренажере, занимаясь ну, в домашних условиях, не... то есть скинуть вес именно на орбитреке. Очень хорошая штука. Особенно помогла мне при подготовке на соревнованиях. На соревнования, чтобы подкорректировать вес. Очень классная штука. В домашних условиях я приходил после тренировок с железом и еще вечером добивался бегом на орбитреке. Включал себе музыку или телевизор. Очень удобно. Дома очень классная штука. После тренировки основной железом. Да, ты дополнительная была. Догонялся орбитреком уже на рельеф. Да, работал на рельеф. Очень удобно, классно. А ты дополнительно использовал какие-то там пояса, вот сауны, костюмы? Нет, даже нет. Просто... Знаешь, что только использовал? Тряпку ложил, потому что пот с меня капал, ага. Чтобы не растекался. Ты сразу и получил. Да. Вот это то, что было дополнительное использование. А так, наушнички или телевизор. Если свои домашние спят, то наушники, чтобы тихо было. Если все бодрствуют, включаешь телевизор. Что-нибудь интересное. Короче, можно похудеть, можно скинуть конечно, вес. Конечно, да. Но при этом надо еще очень важно правильное питание. Угу. Так что. А это, ну, это тоже немаловажно, когда аэробная нагрузка дополнительная. Ясно. Все вместе, но даст очень хороший результат. Проверено. Все, спасибо, Анатолий. На этом вопрос закрыт. И следующий вопрос будет в следующем видео. До новых встреч, пока.